Герои нашего сюжета оба родились и выросли в селе Камышкуль. Файзрахман Зинатулович 1935 года рождения. Его супруга Альфинур Хасановна на год его младше. В детстве приходилось работать, не покладая рук. Работы не боялись, вспоминают супруги Зинатулины. В наше время не было таких условий, в которых растут современные дети. Детство было нелегким, а сейчас все необходимое можно приобрести. Нет дефицита ни в еде, ни в одежде. Нужно уметь дорожить тем, что имеешь, рассказывает Альфинур ханум. Чета Зинатулиных зарегистрировала брак в 1959 году. В марте этого года исполнится 58 лет, как они вместе. Родили и воспитали 4 детей, 1 сына и 3 дочерей. Сейчас их радуют 9 внуков и 4 правнука. Файзрахман Зинатулин по возвращении с армии устроился токарем. В Таканышской сельхозтехнике проработал 35 лет. В молодости любая работа дается легко, не замечаешь ни трудностей, ни усталости. Работал без выходных. Отрадно, что руководители ценили мой труд. Имею много почетных грамот, благодарности, рассказывает он. Альфинур ханум тоже большую часть своей жизни посвятила сельскому хозяйству. Работала дояркой, ухаживала за телятами. Сейчас оба супруга на заслуженном отдыхе, но ни минуту не сидят на месте. Помогают детям, внукам и благодарят Бога за счастливую старость. Секрет счастливой семейной жизни известен всем. Главное – это уважение и любовь. Нужно идти на уступки, на компромиссы. Только в этом случае можно избежать размолвок, признаются супруги.